сделать какую-то модель. Ну да, да. Чтобы мы тебя видели и слышали. Мы тебя хорошо видели. Сердце только здесь, на нашем концерте. Лечит наши песни людские сердца, дари всем надежду и веру в себя, и жить в этом мире друг друга любя. Театр песни наш открыт для вас, мы будем счастье вам дарить сейчас, мы будем с вами в наших песнях жить, и ждать, надеяться, страдать, любить. Я вас долго будем и волноваться, и для вас играть, и восхищаться с каждой песней вновь, и вас и благодарить мою любовь. Пускай наши песни творят чудеса, и пусть помогают нам всем небеса. Уверен, нас песни по жизни идти, и счастье свое в этом мире найти. Счастье вам дарим сейчас, мы будем с вами в наших песнях жить, и ждать, надеяться, страдать, любить. И от восторга будем ликовать, и волноваться, и для вас играть, и восхищаться с каждой песней вновь, и вам всегда дарить свою любовь. Замечательной, прекрасной, дружной, талантливой семейной пары Сергея и Лилии Панасенко. Дуэт «Синее золото». Сегодня они будут удивлять, радовать, заставлять, сопереживать с ними на своем прекрасном концерте, который называется «Фото на память». Потому что каждый момент нашей жизни – это определенный снимок, определенный отпечаток памяти и определенные воспоминания. Лилия, Сергей, это надежные ребята в нашем коллективе. Мы с ними прошли уже многие дороги фестивалей. Они были победителями и Криворожского фестиваля, и других фестивалей. Вот. Мы рады за то, что вот в этом году это уже у них второй концерт. Вот. Честно говорю, завидую белой завистью тому, что они делают, потому что они очень выросли за это время, которое они в нашем театре. И желаю им дальнейших творческих успехов. Вместе с вами. И вместе с вами вас поздравляют сегодня наши участники театра песни, наши криворожские барды, которых вы тоже знаете, любите, а кто впервые, откроет для себя много еще талантов. Итак, начинаем наше замечательное представление. Сергей и Лилия Панасенко. Здравствуйте, дорогие друзья!
Ну, для тех, кто не знает, сразу расскажу. Сначала родился наш семейный дуэт, потом творческий. И, недолго рассказывая, хочу начать с песни, которую я очень люблю. Стихи написала наша криворожская поэтесса Инна Дорчинская. И поскольку мы все живем в этом государстве, в этой стране, не буду говорить государство, Украина моя. Свої руки шляхи простирає до мене, незбагненне яскраве, бурхливе життя. Яким би гірким не було майбуття, я з тобою, Україно, сивочола я неле. Я з тобою, Україно, сивочола я неле. Небесна, яким в неволі, але воскресла серця.
хочу песней, которая тоже написана на стихи Инны Торчинской. В мае месяце мы отметили праздник со слезами на глазах, День Победы. И для нас, для людей нашего поколения и старшего поколения, и я надеюсь, и молодого поколения, этот памятник навсегда, этот праздник будет навсегда святым, памятным. Поэтому памяти срок. Летела следом, содрогалась от взрыва земля, задыхалась от гари неба, защищали свой дом сыновья, шли в атаку отцы и деды. Нашей памяти срок не истек, и векам ее не ослабить тем, кто жизнь на земле сберег. Вечная слава отгремела грозой война, освистели свинцовые беды, и пришла в 45-м весна долгожданным салютом победы. Возвращались домой сыновья, возвращались отцы и деды, но едва ли найдется семья, чтобы горечь утраты не изведала. Нашей памяти срок не истек, и векам ее не ослабить тем, кто жизнь на земле сберег. Вечная слава, сколько их незнакомых и близких, пожилых и безусых солдат, стали строгими обелисками, не ступив ни шагу назад. Мы не слышали боя сирен, жила над смертью блокада, не стояли мы на смерть у стен легендарного Сталинграда. Только памяти срок не истек, веком ее не ослабить тем, кто жизнь на земле сберег. Вечная слава нашей памяти срок не истек, и векам ее не ослабить тем, кто жизнь на земле сберег. Вечная в котором мы мечтаем прожить, спеть свои песни и умереть. Березовый алтарь. Запутался месяц березовых косах, листву обращая янтарь. Как странник усталый
Закусим соленым огурчиком,
порадуем душу борщом. Чего же начинается родина? Thank you.
свет. Завтра не пришло, вчера уже нет. Никогда не унывайте, звука нет, подпевайте. И как говорится, всем привет. А я пою, ведь я для вас. Спешите жить сегодня и сейчас. А я спою для вас, для вас. И просто так, и на заказ. Счастье и здоровье не купить. С белым по течению не плыть. Сердцем я пою вам песни, чтобы было интересней. И как говорится, будем жить. А я пою для нас, для нас. Спешите жить сегодня и сейчас. А я спою для нас, для нас. И просто так, и на заказ. Ярче светит счастье всем, и вам, и детям. И как говорится, все уйдет. А я пою, я для вас. Спешите жить сегодня и сейчас. А я спою для вас, для вас. И просто так на заказ. А я пою, я для вас. Спешите жить сегодня и сейчас. А я спою для вас, для вас. И просто так, и на заказ. Слова Инны Торчинской. Баба Нелита.
расстаемся, бывает встречаемся. Вот 5 минут до расставания. 5 минут. Услышать песню, а потом дуэтом спеть.
подруг, то, о чем мне так давно мечталось, все сбылось сегодня вдруг. Лазурное море, лазурное небо и чайка летящая даль. Лазурные струны останутся в сердце, да здравствует наш фестиваль. Лазурное море, лазурное небо и чайка летящая даль. Да здравствует наш фестиваль! Лазурные струны останутся в сердце. Да здравствует наш фестиваль! Я просто волнуюсь. Я хочу сказать, у нас появился цикл про сирень. Совсем про сирень. Вот, и мы хотим вас с ним познакомить. Две песни уже, может быть, кто-то слышал, третья еще нет. Поэтому сейчас «Волны сирени». Сергей Панасин.
жил фиолетовый вальс, ветки сирени касаются нас. Ты мне подаришь сирене букет, даль унесет фиолетовый цвет. Фиолетовый вальс, пахнет нежной сиренью сегодня для нас. И на счастье тебе в каждом чудо цветке только пятнице, кто замирает в руке. Глядят фиолетовый круг, и фонари синевой подвигнут. И от любимых фиалковых глаз только восторг разливается в нас. Фиолетовый вальс, ты цветов хоровод, ты услышь, как влюбленное сердце поет. И фиалки весны, и с неба звезда для тебя. Вдруг слетели сюда. Наши губы прижались к губам, счастливы мы, фиолетово нам. Фиолетовый вальс приглашает в рассвет, пусть изысканным станет тот искренний цвет, что для сердца открытого вальс подарил, и волшебной струной к небесам воспарил. Сегодня для нас и на счастье тебе только пять лепестков замирают в руке. Бориса Огненова, чтобы он нам спел песенку. Коля, да. Чужая женщина. Чужая женщина. Эта песня посвящается всем женщинам. Сердце растревожило мое.
чарующая сказка. Так близко и так же далеко. Ты моя чарующая сказка. Тихо ухраняет чувственных людей.
окна, как твое имя. Дождик, как волшебник, обольет пальто и не прикоснется крупных плеч подруги, который дома, как подарок шлет, стопорным шагом мы уходим в лето. Радость перемены навсегда влечет, тополя пушистость, летняя примета. А что было на зиму, тоже не в счет. Тополя пушистость, летняя примета. А что было на зиму, тоже не в счет. Ви в моєму серці завжди, і тому в дарунок вам нову пісню я вам дарую. Ах, весна все звенит, все поет, распускаются почки и чувства. Весна свои краски кладет, позабыв все законы искусства. Как прекрасно, как радостно жить, как природа и чувства созвучны. И как хочется снова любить, как весна и любовь. Хочется снова любить, как весна и любовь неразлучны. Пробивается робкий цветок, яркой зеленью стелются травы. Говорливый веселый поток на полянку свернул из дубравы. Как прекрасно, как радостно. И чувства созвучны, и как хочется снова любить, как весна и любовь неразлучны, и как хочется снова любить, как весна и любовь неразлучны. К солнцу одевшись листвой, нежно-зеленые руки, на душе благодать и покой, сердце млеет в сказочной муке. Прекрасно, как радостно жить, как природа и чувства созвучны, и как хочется снова любить, как весна и любовь. Николай Рурич, «Акация». Пора цветения акации, то моя песня называется «Акация». Маленькая довідка. Біла акация по латині називається «Рабіння». Душистая, белая, нежная, меня ты взываешь к
И чем дальше, тем неспешнее, потому как все силами вдыхаю твои ароматы я, и все больше жалею о том, что не женщина ты, а акация. Тебя рубят из чувств топором, что не женщина ты, а акация. Тебя рубят из чувств топором, акация. Акация, белокурая жази, акация, акация, меня к себе зови, акация, акация, меня к себе позови. Считают тебя некрасивою, мог удел украшать пустыни. Не считай же себя несчастливою, у тебя есть свои козыри. Не воспетая и не обласкана, мои комплименты прими. Акация, лето прекрасное, открываешь цветение свои. Акация, лето прекрасное, открываешь цветение свои. Не жази ты, а вовсе рабиния, я поэтом восполню грехи. Восхищаются пусть серебиною, я тебе посвящаю стихи. Губам я прижму твои локоны, опьянею дыханием твоим. А зимой ты согреешь, и вспомни мы сладкий мед нашей летней любви. А зимой ты согреешь, и вспомни мы сладкий мед нашей летней любви. Акация, акация, рабиния жази. Акация, акация, меня к себе зови. Акация, акация, меня к себе позови. Я рад, что мы присутствуем на таком празднике, праздник такой прекрасной пары, творческий, творческий праздник, сегодня можно сказать праздник. И вот идет как бы душевный такой посыл от всех. Ну, я смотрю, вашим лицам тоже все улыбаетесь, значит, все хорошо. Я хочу сказать несколько слов о Киевском фестивале. Мы вот с Александром Даниловым были гостями 11-го международного фестиваля авторской песни и поэзии в Киеве, остров, фестиваль имени Давлета Кедова. Ну и вот, ну, как бы там неофициально представляли наш театр авторской песни. Ну, хочу сказать, что в грязь лицом не ударили. Говорили, кривой рок сил.
Я хочу спеть песню, которая называется «Васильки». Ну, тут у нас уже пошло уже по растительности. Мы с тобой собирали васильки, васильки, как синие глаза. Сколько в поле их растет у реки, будто кто-то расстелил небеса. На ресницах у тебя васильки, будто кто-то расплескал синеву, будто вышел кто-то рушники, расстелил по полям наяву. Васильки ты сплетала в венок, я его на тебя одевал, и в веночке любой василек, словно небо кусочек сиял. На тебя я влюбленно смотрел, из руки не выпуская руки, васильковый венок на тебе. И вокруг васильки, васильки, на тебя я влюбленно смотрел, из руки не выпуская руки, васильковый венок на тебе. Васильки, васильки, мы с тобой собираем васильки, васильки, как синие глаза. У нас сегодня гость, человек, который у нас впервые, Василий Бетцон. Да, надеемся, не последний раз. Надеемся, ему у нас понравится. Песня называется «Русь». Здравствуйте. Первый раз, да, тут. Приятно со всеми познакомиться. До этого момента все пели. Я немножко почитаю. Главное, слова не забыть. Спеть, не думаю. Истинная сила слова в силе мысли, душечки спеть за державу на пролом. Мне нужна война и мир в прямом эфире. Отвечает Украина от Львова и до Крыма. Низкий поклон тем, кто оставил жизни и тем, кто защищает наш покой. Мы верим в вас и до победного финала. Пусть эта песня станет воином опоры в бой. Я говорю по-русски, вину на украинский. Языковым барьером не было, да и испокон веком не ожидали. Выстреловать тех, кого считали близким подачи в спину. Брат, но земли протяжный слой мы выстоим. Мы сможем разорвать оковы. Сделаем шаг вперед на полным ветром паруса. Ты знаешь сам, нет ничего важнее свободы. Разгоним тучи, озаряя солнце в небесах. Русь, не кожа брату поднимать на брата руку. Русь, мы сможем прекратить эту войну и сменить кровавые закаты на рассвет. Яркий радугами берегами воспарить. Русь, не кожа брату поднимать на брата руку. Русь, мы сможем зупинити цю війну. Змінимо кривавий захід на ясний світанок. Із веселкою надії білим тахом лити ложку до блакитний стяг, що має вид над нами, вселяє в душі силу з вірою в серця. Ми знаємо, все зміниться на краще. Ісологійна пісня розлетиться по гаях. Чиманський шлях, як вектор долі, цієї долі з усмішкою маминою на лиці. Вона як сайбо серед глухої ночі. Є справи кроме зігріва своїх синів. Штамує бій, дарує стимул до життя. Кровопролиттю ні, протестна дівка. Динаміка відносин, тільки позитив. Мотив один державу зберегти.
таку ж величну, непохитну, сильну, нестримну, як Тарасовий клюшах, і він кошах, дамо кожному звіру, що прийде з боя нам єдиний дом і страх. Русь, ні прожі брат, упати мать на брата руку Русь, ми зможем відкратити ту війну, змінимо кривавий захід на ясний світанок, і з веселкою надії віру захомитимо Русь, не може брату підіймать на брата руку Русь, ми зможем зупинити цю війну, змінимо кривавий захід на ясний світанок, і з веселкою надії віру захомитимо. Спасибо. Приходите. Мы должны быть разные, поэтому, чтобы всем нашим зрителям было интересно. Да, чтобы самые высокие у вас было, а то все маленькие. Да. Ну и сейчас чуть-чуть отдыха. О, минут сколько-то там? Да, 10 минут. Передохнуть. Thank you.
не прорва, тем жирнее олигархи. Только наш народ не стадо, на забой гонимый в бой. И какая ж есть награда за две даты над Китой. Украина, проснись и укройся молитвой, благоденствие, милости в синих небес, покрывалом и солнечно-желтой палитрой. Защити свой народ от дороги в конец, спаси Господи наш, отчизну родную, от цветных революций, ставших здесь на поток, дай нам розу не рвать, свой народ на живую, чтоб по розе ветров на самом восток люди просто варились. За эту Украину нам Господь даровал, раскисал на себе, заводите амбиции, войны в пучину, слез провинных народов, последней войне Украина. Ваши аплодисменты, тому подтверждение, что это очень классно. Мы очень тесно сотрудничаем с поэтами. Я иногда бывает ленюсь писать стихи, поэтому мы сотрудничаем с поэтами криворожскими. Один из них Феликс Маут, с ним написано несколько песен чудесных. Немножко много шуточных песен, и вот немножко чуть-чуть, ничего, мы перестроимся на другую волну, да? Поэтому гуляем, мужики.
подлучше звон. Дай Бог, чтобы не последнюю, ну как последнюю, так не дай Бог. Выпьем за долю вредную, чтоб каждый жить подлучше смог. Дай Бог, чтоб не последнюю, ну а последнюю, так не дай Бог. Песня обиженной женщины. Красная блузка.
Но мы еще к праздникам пишем песни. Спас медовый. Смотри, грусти час, но сердце.
перед вами, ищущий уже не слыша вас. Но сердце обнаженное пред вами, ищущий уже не слыша вас. Да, подтанцовывать можно. Так.
коты матки поют. Бублики, купите бублики, купите бублики, поскорей. Купите бублики, гоните рублики, гоните рублики, озоганвей. Там звучат веселые куплеты, внезапные слова мудрецов. Виртуозов хриплых голосов. Бублики, купите бублики, купите бублики, вы поскорей. Гоните рублики, хотел бы тублики, хотел бы тублики, хотел бы тублики. Пока рыба жила разогрева, а вокруг мелодии полет. Песни, что своим шальным припевом в танец за собой людей зовет. Всем 40, кто приедет, всем 40, кто приедет. Наш старый, наш добрый, наш агитцем хорошо насыщает за собой вагоны. Ведет с собой вагоны, на тебе людями, словно сеновоз. Иногда отдарят исполна, но струнно смеется и рыдает. Будут появиться на хина. Бублики, купите бублики, купите бублики, вы поскорей. Купите бублики, гоните рублики, гоните рублики, позолотой. Тоже Наталья Дмитриевна, ты что, рыбы две, да, про рыбоедов. Вот для тех и для других рыбальская байка. Друзья, подвигаются черпать.
Это первая песня в нашей
новой в то время, в 92-м году, квартире, холодной, с раскладушками, но обязательно с нами. С нами всегда была гитара, вот, подруга гитара, и она родилась. Фото на память. Огромной безмерной любви от всего театра.
сейчас у нас продолжается наша концертная программа. Снова члены нашего театра «Тоска песни», Криворожские барды продолжат этот замечательный вечер, этот замечательный творческий такой подъем, который сегодня царит в этом зале. Я, Надежда Косяк, хочу подарить вам сейчас песню. Это новая песня, она вот как только с пылу жару. Это совместная моя вторая работа с очень талантливым человеком Ярославом Сукмановым. Поднимитесь, пожалуйста, давайте поаплодируем. Тоже подарил такую вот замечательную музыкальную композицию. И ну, вот родилась такая песня, которая называется «Голос сердца». И я хочу пожелать всем, чтобы вы слышали голос того сердца, которое рядом с вами. Потому что иногда мы вместе, но как бы не слышим второго человека, того, кто рядом. Только потому не понимаем его, накручиваем себя. Только потому, что, может быть, мы не прислушались к голосу его сердца и голосу своего сердца. Итак, для вас «Голос сердца». Разве можешь быть счастливым без моей любви?
с песней «Обалденная». Встречайте. Какая песня, так и что в жизнь у этой пары была обалденная. Ночевать лучше.
Дорогие друзья, наш вечер продолжается. Я хочу сказать, что у нас там есть такая скрынька чаривна. Если вы хотите нас поддержать, вы можете туда что-то пожертвовать. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену нашего замечательного тоже члена театра авторской песни Павел Осиков. Песня о том, что мы в жизни делаем часто, а что редко. Поехали. Почти 5 лет, да, получается?
Самое что интересное, что это такие люди интересные, они никогда не, друг с другом не расстаются. Это самое главное в жизни. Они всегда вместе. И этим нужно всегда дорожить. Что там ни было, какие ни взводы, ни ссоры, мы не будем, конечно, это обсуждать. У каждой семьи есть свои разборы, да? Но самое главное. И вот сегодня первая такая премьера. Кстати, я написал эту песню для них лично. Для тебя. Называется она «Караван». Перенесемся на Дальний Восток. Привет, на верблюде. На верблюде. Поехали.
финальная песня замечательного творческого вечера Сергея и Лилии Панасенко «Фото на память». Побожание. Лилия и Сергей нам сейчас побожают чогось доброго, светлого и щирого. Мы всегда заканчиваем эту песню свое выступление от всей души, от нашего сердца к вашему сердцу. Хорошие положительные энергетики, любви и
наш дух, наш человеческий, наш украинский дух, поднимать наш уровень нашей духовности и сознательности, увеличивать, если можно сказать, количество любви на нашей планете Земля. Сегодня здесь царит любовь, потому что любовь – это есть Бог. И это то, чего Бог от нас хочет, чтобы мы любили друг друга. Поэтому несите эту любовь, этот огонь творческий, который сегодня зажегся в вашем сердце, своим друзьям, своим родным и близким. Любите их, говорите им о любви. И делайте фото на память, как наш дуэт «Осеннее золото». Сергей и Лилия Панасенко. У нас есть еще такая замечательная традиция говорить о том, что следующий концерт у нас будет здесь 13 июня в 13:00. И главным виновником этого торжества будет Сергей Рубанский, который готовит для вас концертную юбилейную программу. Он и мы приглашаем вас на этот замечательный вечер. Запомните, запишите, приглашайте своих друзей, родных и близких. Еще напоминаю, у нас есть такая чаривная скриня. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. В общем-то, вот. И хочу сказать, что если у вас есть друзья, знакомые, которые пишут песни, приглашайте их сюда, рассказывайте о нашем театре авторской песни. Потому что все люди, которые вот здесь собрались, я уверена, что они очень счастливы, что они обрели такую творческую семью, как театр авторской песни. И я хочу дать слово еще Александру Лазареву, это продюсер нашего театра. Очень рад, что сегодня у нас так много зрителей. Вот. Благодарю вас за то, что вы приходите, любите наши песни. Надеюсь, что мы будем видеть вас как можно чаще в нашем театре. Хочу сказать, что все наши песни, это песни, которые призывают любви к миру. И вы сегодня слышали и песни наших бардов, и барда, который живет в Луганске. Я думаю, мы поем одно и то же. Мы хотим мира. И мы просим наше правительство, чтобы этот мир как можно быстрее наступил на нашей земле. Вот. Всем желаю мира, любви, добра. Если кто-то из вас хочет сказать нам какое-то слово, есть такие люди. Нам это очень важно. Написали, да. Спасибо, с любовью вам, да, у нас есть Александр Васильевич Степаненко, друг нашего театра, мы очень рады всегда, что он с нами, не, правда, не всегда, но часто, он делает снимки, делает тоже и видео, выставляет в Ютубе, поэтому мы рады, что вы хотите нам что-то сказать. Спасибо огромное, я очень рад бывать на таких концертах, я поздравляю с очередным праздником, с очередной победой дуэт Панасенко, которых я очень люблю, вот, и... Знаете, вот я сижу, смотрю, очень бы хотелось, чтобы у нашего театра авторской песни появились микрофоны какие-то, вот радио, для того, чтобы не было никаких сбоев. Давайте посмотрим в интернете, сколько они стоят, и, может быть, объявим какой-то всенародный такой сбор денег, чтобы купить, и чтобы... Ну, я думаю, театр от этого только выиграет. Это будет меньше нервотрепки, меньше будет этих проводов и так далее. То есть, вот я... можно сказать, с первого дня в театре бываю, не на всех, потому что так получается. Но надо сказать, что театр день ото дня становится лучше и лучше, песни становятся лучше и лучше, прическа вот у Лёни еще лучше и лучше становится, ну и так далее. Очень хорошо, что люди здесь такие вот хорошие, добрые, душевные, творческие. Вечер сегодня обалденный, слюной истекаю, потому что гастрономически много песен и про борщ, и про бублички, и про водочку, и про селедочку, и про юшку. Так что, я думаю, сейчас пойдем нагонять то, что мы упустили. Всем здоровья, мира и добра. Спасибо. Ну тогда, до новых встреч, дорогие друзья. И напомню, что есть диски у наших бардов и Сережи Лили есть диски. Вы можете на память об этом вечере приобрести у них диск и продолжить счастье вот, общения с этими замечательными творческими людьми. До новых встреч! А бардов прошу не расходиться на собой. Спасибо вам за ваше присутствие, за вашу любовь авторской песни. Сейчас иду. Здесь я поделаю.
на рекламу. Да. Вы продаете на рекламу, вам продают. Я буду платить. Я не буду платить. Я не буду платить. Это стоит хороший.